понятно. Так, и чё ещё, чем? А, жуками хотел. Не их тогда. Жуками кого-то. Просто запутать и жуки. Точно. Например, запутать и жуки. Блин, 2 часа ночи. Что такое? Сейчас вырубаю. Я все это протестил. Конь запутает и уже жуки, сколько дамага нанесет. Я уже начал тестить, блин. Во! Там это. Стоп, почему меня обнаружили так быстро? Я так не договаривался. Апио, но! 100% пройдет на всех. Как они решили? Но все равно будет 100% на них. Ну потому что теперь все. А где не пишет, ничего не пишет, ничего. Ну-ка, я сейчас все тут заспамлю, они никак не должны выбираться. Потому что все. Продолжительно помню. Ну сейчас это тебя не стоит. Апио, но! Апио, но! Апио, но! Где жуки? Да никуда ты не денешься. Магду, Тарамати! Двое на обладание, попа там вернуть. Что такое дамаг все равно не слаб? Ну, не знаю, что-то не так получается. Так, все, стой. Да, сейчас еще тогда с этим сорком зайду, который первый начал. Оценил опыт, если где-то что-то сохранку сделал. Как он сел в стрим, так и заканчивал. Этим сорком он побеждает их. Так, клирика все-таки отцеха хочу. Сколько мы у этого-то увидели отцеха? Это было 67, по-моему. Да как у клирика? 70 мы не увидели. Это у мага по плюс 5 АЦ. Я думаю, мы увидим. Маг вас с собой сделал, короче. Как же так? Как вы так опозорились? Ну, ладно, не буду говорить. Все равно классный убил. Я, может, всегда сделал. Может, друид чистый больше дает АЦ, но я не хочу его сегодня тестить. Друид чистый. Дуры чистый с монком и все, без чемпиона второго. Он может больше отседал бы. Там же от уровней тоже зависит, что. Что такое? О, на вас-то я как раз и потестю. Жуков этих своих. О, нереально спать. Да, да, да. Потом. Так. Тестить, создавать где-то бесконечно миллион долларов. Да? Да. Так что спасибо, ребятки. Все написано, все по тесту. Сейчас я вырубаю зрителей точнее. Все, ребятки. Так, кстати, ребенка, дети какой-нибудь, пора взрослые. Спасибо зрителям, уважаем. Взрослые, не очень взрослые. Не очень взрослые, но очень взрослые. Ну, давайте, идите сюда, команда. Как вы пройдете это смотреть? Как ты прошел? Как ты прошел? Ну ладно, сейчас тебя ждет память нет. Ой, бедный лоба. Отдохни, я тоже уже так вот спать хочу завалиться. Какого? Так, что там еще есть? Вот эти как подумали. Мне надо на одного и именно покрыть. Ну-ка вот это вообще вынесу тоже пальцем нет. Так, на красную свободу, где она свободу перевезена, где мы всему научились. По линии может двигаться спокойно теперь. Вот твою палец смерти на этого, а этого пусть руки живут. Что, выбрал? Нет, они же могут попасть, потому что... А я-то не... А вот
Походу охуевают людей, например, примером. Мы все равно не убиваем, пока его бьем. Или кислотрели, блин. Вот давай, раз. Блин, он вышел. Это кто получше потестит. А ну сейчас я еще раз с ним потестил. О, сколько там будет. О. Я хочу несколько роет. Лисенька. Сейчас заревуем. Да у меня эти уже закончились. Лианы. Он выпутался из них. Засорвал прямой план. А? Он думает, я там. Я в невидимость ушел. Но они чувствуют где-то. Он не будет атаковать, но если не видит, но они чувствуют, как это могут. Так. Где я нахожусь? Я спрятался. Просматривает меня. Блин, она и меня заделает эту фигню. Мне надо свободу передвижения написала. Неудобно, я делал на свободу и делать поближе к Лилиане. Тут теперь я не боюсь. Так, тихо, а то он сейчас выпутался. Сейчас будет самое прикол. Даже этого хватит. Мне красно подбирать вам. О, что? Еще сейчас будет треть. О, неплохо. Мне нравится. Так, ладно, не добивать его огнем тогда, скажем. Или кислотой вот это. Все. А там есть кислотный, я думал. Да, да. А что он уже встал? Он, блин, встал уже. Все, все равно довели до ума его. Это реагировался, но теперь все. Бау. Сильно гадость. Будем всякое. Опа. Ну, в принципе, мы потестили билд. А вот у этого должно сейчас, кстати, меньше быть. Где оно? ДЦ, чем у того, например. Еще ДЦ потестить. Было 41, а вот эвакуэйшн. Эвакуэйшн еще охота потестить. Эвакуэйшн должно быть меньше. На 2, наверное. Или на сколько даже? Ну-ка, если знаю механику. Вот так даже посчитать. Здесь плюс 6. Ну. Да. Да, плюс 3. Заменяет бонус. На фиксировке. И большая фокусировка. Так а что это такое-то? Плюс 3, а здесь она заменяет и то, и все. Значит, сколько в итоге-то? Так. Плюс 2 по сложности. Так один разница-то будет. Один. Один разница будет. Что такое-то? Я думал там. Все, плюс 3 все добавляет. Так это что такое-то? Не так много ДЦ. Значит, у этого есть 41 ДЦ, значит, вот у этого 40 убьет сейчас. Все, я уже посчитал. Я хочу просто убедиться, что реально действительно 40.
Тесты мне нравятся. Вот тест осталось последний. Это и что за урод такой? Где этот? Коблин, кто-нибудь, кобальт там. Вот у этой будет 40 ДЦ, это точно луча заморозки. Просто я еще надо будем проверить. Кобальт, но у него не пройти. Забивайся, он так он, что они декстовики, они обычники. Так. Нужны гоблины. Отлично. 40. Я думаю так. Если не ошибся, просто так. Да, не механика, но нужно работать раньше, вообще не знаю. Не знаю. Да все, пускай они заморозки стоят. А оно, кстати, по-моему, тратит каждый день, там рекламу, там что. Нет, их я добить, да и все, может, чем-нибудь объем или чем-нибудь. Пускай стоят замороженные, короче. Мороженое. Все, я тоже буду перемешать. Так, где у меня сохранянка? Вот это побеждает, по-моему, друида. И... Да, темп сави. А клерик, друид, у меня его нету. Ой, клерик, монк. То есть там он у меня есть, а с одеждой еще долго переодеваться его. 67 АЦ. Ну-ка, где он у меня? Если туда я сейчас зайду. Так можно ж туда зайти. Сколько было у этого отца еще раз? Да блин. 67, да, на отца? Да короче, ладно. Да блин, я не помню клирика отца. Да я уже друида не помню, я уже ничего не помню. Вообще уже ничего не помню. Знаешь, сколько мы? Это надо запоминать все. Ну в любом случае их побеждает этот. Сейчас запомним отца. А я же записал, да, на всякий случай? А, я все записал. А, нет, это голый, голый. Ну я ничего не понял. Да блин, долго одевать его опять. Баффа слышу. Что-то это не перегруз уже, а тут был перегруз, да. Ну, во всяком случае, должен быть перегруз. А это почему-то не перегруз? А, потому что уже у него нет. Так, ну-ка. Ну-ка, это все разденется. Ну, вот это. How can I expect to move quickly with all this trash? Some of this will go. Кто побеждает, я как-то не понял. Одинаковых билдов, но разные классы. То есть как основа класса, но разные. Но билды выглядят одинаковые. Опа, а у того сколько было? Вот теперь того не помню. Уже 64 было, блин. Как так?
Ну, у меня здесь нету этой фигни. 53 потом я помню. 50. Так, ну это тоже есть. Надо было еще и те параметры записать. Что за дурак такой? О, да тут у него больше. Хорошо. Никто их не побеждает. Да, это надо заново потом. Получше, но сейчас ничего не соображаем. На свежую голову, да, выспаться. Потому что я ничего... А, вот эти еще забыл, божественный гнев. Для сравнения, его еще надо, там я из-под... О, вау! Клерик явно вот... Вот клерик в Савис точно побеждает. Уже 67, а вот уже... Но Савис он точно побеждает. Так, подождите, 67 же тоже, по-моему, друиды было. Но Савис... Савис точно клерик побеждает, из-под броски. Это точно. А вот это 67 АЦ, я не знаю, придем. Слушайте, у него 70 АЦ может быть, что ли. Вот это тоже клирик побеждает своим другом. Как так? Если он сейчас плюс 3 берет эту, на ДЦ, ладно, потеряем вот это место этого. Ладно, потеряем, пофиг на него. В разрушении. И он берет плюс 3, у него будет 70 АЦ. Он берет 3 плюс эпик. Экспертизу. Нет, блин, просто броня это кто выдает. У него будет 70 АЦ. А у того, ну, у того еще персонажа там. Короче, 67 АЦ убил. Но спасся, это что-то нечто у него. 62, 52 он форта. Ну так чё, кто из них всё побил? Я не понял. Давайте потом. Этот спор отложим. Кто из них победил, это что-то не понял не совсем. Друид, монах, чемпион втором или во всем это победил. Или клирик. Монах, чемпион. Так, я вижу тоже 64, да, база? И тут у меня этой фигни не взято. Это не добавлено. Недолага друид выступает немножко даже священнику. Ну, так я и знал, друид, священник, маги. Во всем маги превосходят эти классы с спелкастами. Даже вот, на удивление в отце. Не только там. Ну нет, в ДЦ побеждает, кстати, священник. И в спасах в ДЦ, наверное. Хотя, спорный вопрос, маги тоже могут быть. А в ДЦ вот все-таки он побеждает по имплозии. Не знаю, как вышло, но он всегда побежал с первой, со второй, может это тестим. Даже Ретвизарда победил. Не говоря уж про друида. 46 или 48 у ДЦ выбили. Я уже забыл с имплозией. В одном из людов. Так, это я зачем забыл. Тоже? Ну, а плюс 3 ты тут играл, и ничего. Ха, да вы, браты, акробаты, они не одинаковые цены. Все, пофиг, у них равны. Дайте так вот, все. Я уже на границе вижу. Клерик. Клерик. Монг. Монг. Друид. Монг. Маринтера 2. Все, ничья, итог ничья. Вот видите, одинаково получилось. Это что этот может добрать, получается, на эпике? То есть плюс 3, это вместо вот этого. Плюс 3, экспертиза, 70 АЦ. Плюс экспертиза, плюс 3 АЦ, миан равняется 70 АЦ. Вот, оба. Друид, монг, клирик, монг, монг 30 левел. И теперь мы заходим победителем.
And now Timmy join to winner. Все на этом. And winner. Это турнирный билд, как я его называю. При тех же, вот и при тех же абсолютно вещах. О, где он у меня? Доходи, друзья. Тебя там заждались. Всего начал стрим, на том и закончил. Ну-ка, если даже у него первоначально будет. У него первоначально, по-моему, меньше отцы. 57 всего первоначально. Странно. Но если я забафаюсь, у него будет тоже 67. Странно. Не понял, да тоже 67. Я думал, у него 70. Так вот эти мы систему никак не обманем, походу. А нет, все-таки обманем. 68. 67, 68. Я думаю, 70 мы увидим. Да даже вот у этого, я думал, абсолютно, короче, тут то же самое у него все взято. Абсолютно, вот, 5, может, не поверили. Сами можете потестить, если не верите. Да блин, так нечестно, что все одинаково. У меня старт у него тоже, что ли, похоже? Похоже, старт у него тоже у меня. Этого билда надо бы стартануть его. Сейчас я по-быстрому зайду на первый. На лучше рынке зайти. Старт у него. Харизма тоже, наверное, 20 стоит. Даже он недоделанный в харизму-то. Можно и больше оценить, потому что под харизмой зависит. Что такое-то, а? Сегодня никто не побеждает. Ну и плюс те еще 6 спас, и будет 50 также. Спас в броске, вот 50-50. Как и у клирика почти что. Да блин, в системе не обманешь, что ли, АЦ в этой во второй части нет. Ну как обманешь? Я хотел выбить больше кого-то из полкаси. Да они равны. Почти все получается. Я думал, вот его 70, но все равно он, считай, что чуть победил. Ну, совсем немного. Благодаря своим спелам. Ну, он зато сильнее в этих локациях. Мордекайнен и Бигби и всякая фигня. А где уменьшение гуманоида? Но уменьшение гуманоида он может сделать, там еще плюс АЦ сколько, кстати? Нету, что ли, у меня целый? Я обычно беру уменьшение гуманоида. Где вот уменьшить себя? Почему я не взял? Я бы этим спелом выиграл, кстати, еще. Сколько оно АЦ? Один дает или? Я, по-моему, 69 сегодня видел с утра. А уже вечер, а тут уже ночь. Где еще одно АЦ потеряли? Dear John Queen. Ну все равно он победил, но на одно АЦ это не считается. Dear John Queen. Я 69 помню, куда она делась? А, может из-за того, что дроу должно в подземелье быть. Хорошо, убедили, попробуем еще в подземелье. Сейчас помню, 69 было, точно помню. Так, а где у меня?
сохранен там с вещами, с тем. Нет, в темноте. Как бы сейчас с этими вещами, с тем он там не сбился. Так, это кто у меня? Ну это по максимуму, нет? Харизма. А вряд ли он у меня тут двадцаточка. На первом. Тут еще можно больше сделать. Вряд ли она двадцаточка, я не помню. Там еще сила нужна плюс 16. Я уже его что ли начинаю разбирать. Так, вот сейчас поглядим. Здесь еще. Тоже, по-моему, будет. Хотя вот дров должно быть. Это же дров, дров. Ну, если сейчас я 59 увижу, то вряд ли. Странно, не. Да, вам говорили, что штрафы всякие, да. Да куда я это видел, кстати? Ну когда вот. Не, не дает ничего. Точно так же. В итоге побеждаем только на одно С. А эти штрафы можно вот здесь узнать. Вот этим вот, вот десяточки, десяточки, сороковочки. Кстати, ну-ка. Да блин, я его еще не хотел спалить-то вообще полностью. Ну-ка, дайте мне слух, слух. А где? Да блин, а есть еще его копия другая. Здесь нету даже клейморе, это который добавляет слуха больше. 50 будет, эпическую можно взять. Спасы не все, где плюс 6 спасы, которые дают. Да, сразу бы вырос спасы еще больше. Хотел что-то спелы сделать. Ой, спелы. Армирована мага на автоквик спелы, которые... Ой, это... Силенс, авто силенс спелы, чтобы не было провала заклинанием. Из харизмы, вот спас броски и все. Отцы. Что-то я не понимаю вот с этого Бориса. Вообще 67, это как прям вот, ну вообще три брата акробата все-таки. Не сильно-то они отстают, получается, в отце. Они сейчас скажут, ай-яй, мы еще не сильно ты отстаем. Это понты тут, понты у тебя. Они не сильно отстают от этого дела. Так, ну-ка я сниму. Это механика, блин. Ее не обманешь нафиг. О, да вряд ли хари. Какой же харизма 19? Какого хрена? На ч это повышал ты? Да подождите. Да. Нет харизма. Отбил-то переделывать надо. Можно намного больше сделать АЦ. Она же от харизмы зависит АЦ, вот от с помощью дивана чемпиона. Главное, что я сейчас заметил. Да что такое это? А куда все вложил-то? Да. Тут нет ничего, тут ничего нет. Смотрите, какой кривой билд, и сам могу смело сказать. Тут нету ничего вообще, все интеллект вижу, а не повышено ничего. Как так, как он дожил-то до левел капа, что ничего не повышено? Ну и где тогда? Он все-таки победит в отце, если я сделаю в харизму нормально этот билд. Ну, смех на палочке, сам вижу кривоту этого билда. Жить я больше когда разбираюсь. Уже что я начал раздевать. То есть билд надо разбирать еще потом долго. Он можно еще его намного сильнее сделать, усилить. И можно ростовый щит, между прочим, взять, который еще больше отца дает, чем вот этот тяжелый щит. Вот тяжелый щит, а там мы знаем, что есть. А вот мне сейчас вот эту вот херню еще надо потестить. Ну-ка, вот. А где ты сейчас?
Вот это вот все-таки дает в темноте или нет? 47, вот это вот сейчас запомним, какие-нибудь десяточка. Ну, даже вот, например, заклинание, вот даже слух вот 40. А теперь вот заходим туда. Все-таки на улице. Она же все-таки пишет про друида, что меняет, уменьшается там что-то. Но света, ну как, то есть это светло еще. А то сейчас темнеть будет начнет. 40. 46. Вот оно, видали? Видали? Draw, слепота, все-таки. Draw на английском напишем. Он light, он light, он light. Minus skills. Вот, слух 39, да? Вот, слух 39, вот замечаем, слух 39. А теперь туда. Да блин, там надо было тоже сейф сделать. Вот, проще. А теперь вот сюда, вот в помещение выходим. С этой светлоты. Это не считается так. Вот, а теперь в помещение. Слух у него был 39, теперь должен быть 40 в помещении. Все-таки это считается, вот дров, это классно, это просто забывает. Вот, где он слух? Вот он, 40 теперь. Это в помещении. Draw. Вот, потому что вот это вот у них работает. Где она, блин? Вот, световая слепота. Минус один. Ну-ка, так вот к Тимону. Страх минус к атаке. По броскам и проверкам умений, если они находятся на открытой местности с дневное время. Класс. Дроу, серво, это красово. Как все так, так как-то классно все связано в Денверку, все действует. Но это можно повысить, оказывается. Все-таки он победит их, ребят, этих акробатов. Если правильно делать билд. Он уже на 11 победил. Но примерно все равно одинаково. На уменьшить себя ему. Так, ну все тогда получается. Все вообще потестировано, все хотел. Пока что. Дом формы друида еще могу потестить. Еще что-нибудь там. Ой, так. Да не все. Что мне сейчас застучат? Я забыл опять. Я опять разорался. Так. Че, все. Друид монг. Ну я не знаю, как это такой что ребенок получился. Потом мне надо все сохранять. Я никуда сегодня ничего не буду уже спать на. Если быстро, по-быстрому новости почитаю, что людей перед сном. И спать на боковую. Потом все эти билды посохраняю, схемки, какие я доделал. А впереди колдуны наконец-то заняться. И все-таки я уже давно раскрыл, раз до сегодня уже раскрыл не раз этот билд. Его займемся, его надо все равно переделывать. Сейчас я оказался не очень доволен. Хотя он классный билд с иммуном критом и так далее. Благодаря вот этому вредномастеру. Но и вот он усиленный получается. Вот этим вот осоком для бесплатной метамагии. Она лучше на один уровень меньше, чем обычно они там в книгах заклинаний. На один круг меньше. Понимаете, плюс бесплатное с него. Но я еще хочу такой же колдун через паладина сделать. И монаха для скорости. Но это турнирный вообще PvP PvP нормально. АЦ можно еще усилить, спаса еще можно поднять. Все дела туда-сюда. Благодаря тому, что харизм. Ну что это такое? Харизм даже до 20 не дошла. Ну понятно, билд надо править. Но сила, да, нужна. Не меньше нам, чтобы этот Divine Shift взять, да. Power Attack, да, чтобы носить тяжелые доспехи. Сила нужна, это понятно. Ну, может и 13 хотя бы сделать. Я уже сейчас полю этот билд по полной. Тело, да, такое. А, вот, в тело еще, видать, повышал. И мне то, что вот обязательно, вот, интересно, наш Blue Spot там. Может чуть уменьшить. Харизму чуть. Ну харизма, ну совсем не страдает вот этот билд, ну бедная харизма. Мне ее жалко. Так нельзя говорить, ну вот, ну реально. Пчелка, может, жалко. Ну что там, пчелки жалко. Но нет, ну вот, блин, реально мало ее. Вот это что так мало-то вообще? Bad. Build normal, but abilities bad. Так сказать. А, but abilities not normal. Вот билд будет реально. Убер супер имбо билд. Еще с первой части на элитах, но здесь усилено еще. Так, потом еще будем тестить на мобах в моем модуле. Там у меня спеллкастеры, кто помнит. Но я не хочу сейчас, я просто покажу, на каком модуле можно еще потестить все это дело.
толкать. Ну не сегодня, а просто вернемся оттуда, забегу туда по-быстрому. Лучником. Кстати, сегодня антилучник сплыл, вы это знали. Ну да, ну, конечно, всего можно. Потом какой-нибудь супер PvP, PvM билд, вы этот создадим, то есть сервер. И будем там PvP-шить толпу сюда далеко. Так. Не вот надо командный PvP сервер будет. Пока что он вот его можно скопировать, использовать, сделать. Нужно время. Если кто-то дойдет вообще потом. Ну все, какие-нибудь тогда он заграничные сервера. Потому что на раз русскоязычный так мы не можем создать ни одного. На готовую это все на готовенькое шприлку. С одному, конечно, сложно. Я тоже пытался. Но сломался. Одному сложно создать свой большой сервер. Да где тут чистый какой-нибудь монах? Потом воинов, милишников уже хочу. Ну блин, ну еще надо милишников подождать чуть-чуть. Еще с полкастера впереди. С ними повозиться чуть-чуть. Вот тест, монгли теста. Ну вот этим дойдем. А не, я лучником хотел, лучником. Лучник, кстати, тоже их хорошо убивал. Вот теперь у меня хоть есть выбор какой-то поубирать, а то билдов вообще не было. Теперь можно тестировать и все, спорить тут. Как что подправить билд. Вот, свой модуль. Вот здесь я потом потестю, спелкать. То есть я сейчас именно зайду, это надолго. Тестить. Как раз тут для спелкастеров хорошо всех растестить. И уже можно сервера смело идти. Как раз тестишься, но подобно. Это как раз все спелкастеры. У нас мы видим и клерик, и друид, и визард, и, конечно же, соркеры. Ну, все такое невидимое вообще. Вот его уделывают уже, походу. Ну, только всех удел, вот он. Так, он у меня где-то есть. Да, по полной его. Я его одевал по полной. Да, одевал, по-моему, 60. Получалось, что там. На цель у него маленькая получалась. О, блин, началось. Кого бы уделать? Кого бы уделать? Пощелкай. Два крита своего клирик. Андроид или заруливает всех. Он придумал. Он решил просто попинаться, с ума сошел. Да. Ну ладно, тут долго тестить. Смотри, какой он сделал крюк. Фу, теперь я хоть увидел, как она работает. И сейчас туда прилетит. Ну-ка. На кого он послал ее? Это сюда я заметил, что прилетел от него. И обратно куда-то. Он двоих решил сразу убить. Все, лежат. Договорились, смотри-ка ты. Визар договорился с соркой. Ну и правильно сделали. Против клерика и друида договорились. А теперь между собой, наверное, пошли. Нет, да, теперь визард и клирик. Ой, визард и соркеры, два самых ускорится. Он меня еще. Меня такого хрена. Да, потом я соркеры я буду разбирать. Все, вот как раз. Потом уже не лишний. Вот тут, кстати, эти исчезают, я сделал баг. Ну-ка баг посмотрим. Чтобы сняли туда, я почему-то забыл ставить скрипт. Ну-ка, вот сейчас вот я сам подмечаю. А там они копятся, копятся. Ну-ка, вот останется после него инвентарь какой-нибудь. Вот. Сейчас он должен сам посеять исчезнуть. Этот скрипт ставил такой. Или спаун, вот он исчез.
О, сейчас замочит священник. Как гадно замочили. Священника просто уронили. Друид, смотри, как ты пристроился. Друид в сторонке стоит. Вот, у меня все готовы. И всех мочит эта река. На всех трех. То есть удобное дело. Вот это сейчас сильный пример. Кстати, еще в них попадает, интересно. Меня сейчас все, кстати, прибьют. О, блин, уроды. Ну, это ответ. Да ладно, живите. Да, пчел, 3 часа уже. А вот здесь вот она не исчезает, вот что хотел сказать. Здесь она, по-моему. Где эти баги? Или исчезает? Тоже что ли поставил? А, тоже поставил. Мне казалось, они здесь копятся. Где они вообще? Так, не надо убивать оленей, вот этих хотел только. Все, посмотреть. Что-то не появляются здесь эти последние вещи вообще. Или я их ликвидировал, вообще эти вещи. Вот трофеи, ну-ка. Ну-ка, подойди. Нет, здесь, да, я забыл за скрип поставить. Ты можешь там, если они копятся и остаются. Ну-ка, вот сейчас перезайду. Больше перезайдешь, да, исчезну. Нет. Здесь я забыл. И это плохо, это может залагать сервер. Надо всегда этот скрипт ставить. Чтобы исчезало. Не копились. Вот они, как и остаются. Ну ладно. Что такое это? Ой, ладно, давно надо было закончить. Все, завтра потом все оформлю лучше. Пфф, дурак. Уроды сейчас, он все за это ответит, хотя я виноват, сам за себя. Я только сорку убью, он самый свой. Убиваем сорку толпой первого. С удовольствием, кстати, хочу убить. Пофиг, что ты там убегаешь, боишься меня. Ты самый злой персонаж, мы знаем, класс. Пошел ты нафиг. Для тебя одни проблемы. Я с удовольствием убью. Все тебя ненавидят, мы знаем, твоя сила сильная. Давайте вот толпой договоримся, друзья. Толпой его вынесем все. Меня не выносите только, пожалуйста. Давайте все против сорки. Мы все знаем, какой он сильный. Вот я его перетонул вот этим ваншотом. Вот. Нашел он в жопу, урод, проклятый. Кто должен умереть первым? Я вас даже не хочу бить. Давайте сорку мочить все толпой-то. Можем договориться?
Ну-ка, вон, слушай, вот эти работают, тут дает спал. Блин, а два нас работают. То есть, как мы делаем, что зарплату, кинь. О, давайте, давайте, колхоз, колхоз, колхоз. Ух ты, кто-то импульзию на меня хотел провести. Да пошел. Давайте соль получим. Вот. О, красота! Это я люблю все модули. Единственный модуль я убью. Вот он тут копится, копится этих, да, это надо убирать на скрипт. Скрипт ставить. Пошли вы с полкастерами заколебали. Надо скоро милисин попустить, если будет нормально. Все, 40 ликвидировали, пошел. Потом будем его тестировать. Так, все, я уже заканчиваю. Еще какие у меня тут есть? О, у меня ПР билды. Ну не, милисинг что-то не трогаем. До них еще долго добираться. Вот, а этот новый начал курить. Этот критер, дамагер критер. Здесь он усилен яростным берсеркером. Их энчамент и пруд, это пауэр атак. Еще лучше. Там надо плюс 56, по-моему, что ли. Аж просто один. Например, 12 плюс 56, что за такое, если я не ошибаюсь. Дамаг, то есть 60 ками бьешь без крита. Соответственно, представляем, сколько крит с косы будет. Немножко на 5. За бафах во всем этом. В крафте. Ну все, пока хватит билдить вообще. Я уж не знаю, чем куда зайти. Пока я это думаю, никак не могу. Кстати, на команде заканчивать. Потом я друида еще затестил. Теперь хотя бы есть что тестить. О, вот его классно посмотрится. Поспал. Тут можно... Оба, дистанцию обломить, как говорится. Хотел бы закончить на этом. Сколько я сегодня стримлю? Самый рекорд, наверное, у меня получился в итоге. Целый день. Следующий тест, не знаю, когда будет и что это будет, но все, как выбрать надо. Наверное, будет 40... Да, уже 40 пора. Керов тестить колдунов. Так, что там пишет? Новый Синкай, привет, ты так долго играешь. Я днем. Ну да, я все завершаю уже. Много Тисинка. Да, я помню вас, Синкай. Да я уже все. Реально, ты был правы, надо ограничивать себя. Не знаю, во сколько вы написали это сообщение. Я сейчас все уже вырываю, проверю, что приходит, не заходит. А, я сейчас сервер просто проверю, но не заходить на не буду. Так, намек, что потом на сервер пора, это билды. Да вообще право, давно не пора, чтобы кто-то мне
как говорится, волшебный пинок дал. Но неохота говорить, так, я в мысли в интернете, что не в реальной жизни, что в кавычках волшебный пинок называется, что пора уже от монитора меня. В реальном времени уже. Я вообще долго засиделся сегодня. Очень. Это самый супер рекорд, и так получилось постоял. Зато бил готов. Я тестировал много. Даже, ну да, это как можно сказать, и видеоигра, но в то же время. Но в то же время это все равно видеоигра, да. Какая бы она сложная ни была, если механика, не механика, там, все это слова. Все равно остается факт фактом, что да, сижу перед монитором, залипаю в эту конструктор видеоигры. Какой бы он ни был. Что я его считаю не просто. Вот нечто большее. Но это уже лично, это уже. Что это от маски? Ну почему от маски? Это так. Каждый раз понятно с вами. Ну ладно, это уже лично. А, я хотел посмотреть сервер. Ну я не буду в него сейчас, естественно, выходить. Нет, не буду, сказал. Просто посмотрю, сколько игроков играет. Ну это иностранные игроки. Вот, 40 игроков играет. Ну сейчас я даже не буду сказать. Это начнется скачиваться, потому что там постоянно его момент вести. Я так не закончу игру. Мы потом готовимся к серверам. Пока я тестировал сервер. Ладно. У меня еще есть 40... Чуть-чуть с колдунами поработать на следующих стримах. Побил течение 40 паладины те же. 40 паладины монахи мне нравятся. Со соками еще. Потом чуть-чуть с милишниками, потом на сервера. А вот сервера там меня вообще, наверное, мне кажется, затянут. Там вот все долго прокачивается. Готово. Их там еще надо тестить отдельно. На каждом сервере своих фиксы крафтинг. Ну давайте постепенно до этого дойдем. Сегодня, я думаю, да, наверное, все. Думаю, точно, время реально много. Так, все, как выключить, короче, этот стрим? Еще хочу посмотреть народ, но я все равно вырубаю сейчас. Тест, кино, но я же уже сделал битву. Вот эту схему потом, когда все оформили, я тоже допустим на свои, на везде, на сайте, на общий доступ. Это NVIDIA меня затянуло. Так, как выключить эту наркоманию? Привет, ты так долго играешь, я днем заходил. Да, читал. Вы правы. Конструктор Дендер ПГ сильно затягивает. Лего это. Что теряешь связь с временем, а это плохо. Будем исправляться, как говорится. Сейчас я паузу сделаю. Завтра мне на работу задаю. Завтра, уже сегодня. Но сейчас попробую поспать еще. Мне не срочно, но все равно на работу надо будет. Ладно, телефон я все равно не буду вырубать. Тогда придется еще звонкет взять. Разбудит, так разбудит. Сам виноват во всем. Так, ладно, засиделся. В следующий раз постараюсь ограничить. И нет, я же говорю, если начинать новый билд, а вот теперь 40 пал, у меня новый будет билд. Уже все, спорирю прям напрямую. Какой будет следующий билд? Я хочу 40 пал, давно не закачал. Не тестировал в этой части. Вообще второй у меня нету, в локал ВАУ даже. То есть надо создать. Надо с утра. Иначе бесполезно это опять вот до этой же времени. Если, как я сегодня после обеда начал. Или во сколько я начал. Я же не помню, во сколько начал. Сколько вот стрим затянулся? Я даже не могу. Боюсь смотреть на часы. И так рекорд получился. Но я делал паузы, главное, что могу сам сел, и родители, если они посмотрят. Делал паузы, перерыв на покушать и привел себя в порядок пару раз. Я же не робот все-таки. С паузами по полчаса, час где-то, полчаса отдыхал и снова. Ну, стрим не выключал, но сам отдыхал. Так еще терпимо. А сейчас смотрим время. О нет, реальный рекорд. Почти 4, не почти, а есть 14 часов стрима. Ну ничего, сейчас буду отдыхать. Какой-то супер-мега рекорд. В следующий раз надо исправляться. Все, спасибо всем за внимание. До свидания, с вами был.